Основную тему парада «Город трудовой доблести» предложил заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов. Представители Организационного комитета по подготовке и проведению парада памяти идею поддержали единогласно. Куйбышев в годы войны, ну вот действительно был кузницей, да, оружия. Мы с вами получили там заслуженное звание, да, оно обосновано исторически, заслужено трудом огромного количества наших земляков, которые ковали оружие победы. Поэтому вот, сделать такой акцент. В год 75-летия победы в Великой Отечественной войне предложили одну из дополнительных тем – «Солдатские матери». Раскрыть ее собираются через историю семьи Володечкиных. Мать Прасковья проводила на фронт 9 сыновей, а с войны вернулись только трое. Обсудили и внешний вид памятного знака. Прозвучало предложение использовать разработку Антона Федоровича Васютинского. На серебряном полтиннике советского образца изображен молотобоец. Именно эта фигура, по мнению представителей оргкомитета, отображает тему города трудовой доблести. Звучало предложение запечатлеть на памятном знаке и монумент славы или рабочего с книгой, который украшает фасад Самарского театра оперы и балета. Представители администрации Самары предложили представить проект «Память, застывшая в камне» о трудовом подвиге жителей Куйбышева во время Великой Отечественной войны. Это один уникальный проект, мы уже презентовали 13 сентября, день рождения города. Этот проект нам позволит даже с условиями новыми сложившимися, или, не дай бог, еще дальше будет ужесточение. Нам разрешены проведение мероприятий в ограниченном количестве на открытом воздухе. Поэтому вот этот проект, который мы будем осуществлять на аллее трудовой славы, для жителей микрорайона, родителей, ветеранов труда, ветеранов войны, учащихся и всех желающих, мы на этой аллее покажем. Памятными знаками и благодарственными письмами представители оргкомитета наградили самарцев, оказавших содействие в организации и проведении крупных патриотических проектов. Получила благодарность и Елена Рыжкова, руководитель управления информации и аналитики администрации Самары, а также Елена Чернега, заместитель главы Самары, руководитель департамента образования администрации Самары. Предложения проведения парада памяти могут быть дополнены. Патриотические проекты, посвященные этому событию, стартуют 1 октября. Елена Малютина, Константин Головин. События.